И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Рексатор, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Да, продолжаем выживать в этом... А нет, не безумном мире, в прекрасном мире. Что случилось? Буквально минут 10 назад, не знаю каким образом, Хеликотерий сюда пришел. Они смахнули со стега, и больше дерева нету. Я сначала даже не понял, что-то не хватает, сломали. Ну, сломали, не получается, кормушку. Вот. И дерево, короче, у стега в целом в инвентаре. Потом смотрю, что-то издалека такой, уже собираться записывать такой, а дерева-то нету. Думаю, ну и ладно, зато уже, знаешь, как-то бесить это начало меня. Суть в чем? Начал потихоньку фермерство развивать и стал, ну, поставил немножко бины. Вот от где-то туда, вот где-то вот туда уходят мои трубы. Вон они уходят, и вот туда, 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 до реки уходят трубы. Это из плюсовские, как я уже в первой вроде бы даже серии говорил, что ставить нельзя, они это починили. Раньше можно было хоть где ставить, и просто было смешно. Кстати, вот это надо убрать. Это я ставил для выравнивания, чтобы она ровненько-ровненько. То есть я начинал отсюда и туда, до самого низа, короче. Сделал подачу воды. Кстати, здесь тоже я придумал, что я сделаю. И, собственно, вот. Да, это каменная постройка, но... Я как-то заметил, что достаточно крыши только парниковой, и это будет парниковый эффект 300%. Ну, в общем, сделал все как надо, все хорошо, парниковый эффект даже вот здесь имеется. И все просто замечательно. Сделал двойную дверь, чтобы не на карачках залазить. Территорию нужно будет оградить. Вот, но это уже будет потом. Здесь из изменений, да, я в дом тоже провел воду. Здесь из изменений, ну, во-первых, я здесь дверь переделал. Во-вторых, подъем сделал вот таким, потому что у меня это винтовая лестница, у меня от нее аж тошнить начинает иногда с моим там маленьким FPS-ом в игре. Вот, поэтому, ну, такая вот там бедовищная маленькая. Но Хеликотерий притащил мне первосортники чуть-чуть. А это означает, что он молодец. Потому что я намерен сейчас томить Аргентавис. И, собственно, сейчас за ним и полетим. Здесь я тоже немножечко переделал. Сделал, чтобы люк открывался в бок. И, собственно, чтобы он это... Была веревочная лестница. Она такая более аккуратная. С этим я еще не могу все так настроиться, как залазить-вылазить, но да бог с ним. Сотый левел получил и сделал более ускоренное седло для аптера, что очень даже хорошо, выносливость давай. Вот, и также сразу же уже сделал для Аргентависа седло более ускоренное. Оно менее ускоренное, нежели раньше. Но все равно стало нормально. Установил немножечко станков. Я сразу же уже лечу к Аргентависам и расскажу, как я пришел к этой мысли. Суть в чем? Летал я летал по карте. Много где летал. И до вулкана слетал и так далее. Это для лутания кристаллов. С ними была такая загвоздка, заминка, и их не было. Также немножечко подлутал обсидиана. И вот, и, собственно, пришел к мысли, что мне, чтобы сделать инфабрикатор, то есть станочек, мне нужен... Ну, ты до сих пор здесь летаешь, да, господи, никто добить тебя не может. Ну вот, мне нужен черный жемчуг. Чтобы добыть черный жемчуг, я хочу диплокауса притомить. Во-первых, я ни разу не томил. Во-вторых, он прикольный для подводного плавания. То есть, как я понял, там костюм для дайвинга вообще нафиг не нужен. Ты типа на него запрыгнул и все. То есть он тебе этот... Казалось...
А, нет, Фиомка. Вот. И, по сути, типа, это... Запрыгнул и не паришься. Ой, дай в жопу, короче, там в луче каком-нибудь говно 100% будет. Надо было игрушку, наверное, все-таки перезапустить. Ладно, фиг с ним, что-то с FPS у меня он проседает. Ладно, там видно будет, что да когда где. В общем, сошелся на мысли, что мне нужен диплокаус. И... Так, ой-ой-ой, куда я полетел? Мне сюда надо. Чтобы добывать черный жемчуг стрелобитов, то есть хитин, черный жемчуг, жемчуг, стрелобиты здесь ползают, поэтому... Оп, пролагало. В этом есть смысл. И, собственно, потом я сошелся на мысли, что диплокауса томить будет немножко тяжеловато. Потом я вспомнил, что мне нужен будет... Смешно, он так и должен здесь багаться. Вот, потом я вспомнил, что мне нужен будет Диди Куруз, что мне нужен... Заспавнились. Что мне нужен будет этот... Ну классно, он не открывается. Я слышал чьи-то звуки. Ну да бог с ним. Дидикурус, Анкила, Диплокаус, в общем, это те дина, которых я могу перетащить с помощью Аргентависа. И, собственно, это то, что мне 100% нужно именно сейчас. То есть перетащить их в ловушку. Ну, пришел кристалл, мне золотой кристалл, но это как-то кощунство, потому что кристаллы мне нужны. Вот, сейчас где-нибудь здесь построю временную ловушечку, чтобы туда можно было затащить Аргентависа. И уже будем томить этого бедолагу. Ну, для начала нужно будет его, конечно же, найти. Сделал телефончик. Как бы кристалл-то залутал. Вот, сделал телефончик, все хорошо. И вот я что-то смотрю, жопа какая-то. Да уж. Они где-то здесь, либо вокруг вулкана. Подожди-ка, а здесь ли они? Да нифига они не здесь, они там. Блин. Ну, что поделаешь, что поделаешь. Вообще, я за лучом пришел, оказывается, еще и там кристалл есть. Классно. Вот, Аргентавис уже должны начать здесь летать. Здесь я пролетал, здесь карту прогружал. О, раскладка поменялась. Так, это у меня... Правильно, зато он птеры летает. Ага, когда мне уже не нужны, я их вижу в большом количестве. Говно, конечно. Ну, что поделаешь. Ахатина, кстати, прикольно, прикольно. Фиомку. А, вот, еще Фиомку я хочу притомить для говнеца. Ну, в общем, дел дофига, и, по сути, Аргентавис мне поможет с этим всем прям очень-очень сильно. Чтобы притаскивать на базу диносов, а не томить их в тех условиях, в которых они живут. Потому что... Допустим, тот же Диплокаус, он в этом, в болоте, но вы все прекрасно знаете, что там находится в болоте. Эч, это я... Это он килл нашел. Они все какие-то трещовые. Кетодон и Морфодон. Да уж, беда какая-то. Ладно, поищем. Так, с первого Аргентависа нашел. Ну, кстати, 60 левел сразу. Это, конечно, не ахти что, но это означает, что они хотя бы спавнятся нормально. И 60 левел это очень даже нормально. Давай-ка еще. Ой, давай-ка еще раз здесь уже поближе к такому нужному мне дина. Четвертый, 60-й. Кстати, четвертый где? А, ну там же получается, где 60-й, в лесу внизу. Да уж, летаю над пещерой. И FPS еще сильнее падает. Надо было все-таки игру перезапускать. Че я так вот торопился?
Аргентавис, 8-й левел, смотри-ка, уже находится больше их. Значит, я все-таки более или менее в нужном направлении лечу. Давай-ка еще глянем. 12-й, 8-й, окей, это тоже кто-то новенький. Ага, сюда. Значит, все-таки вокруг этой горы нужно полетать и поискать. Замечательно. Хоть какой-то прогресс. Ну, аргентавец не нашел, зато гигантозавр нашел. Блин. Благо не на земле, я в этот момент нахожусь. Это прям что-то с чем-то. О, текстека, рапторы. Классно. Короче, погнали в зиму. В зиму их явно побольше, точнее в зиме. Тем более уже практически до туда долетел. Да уж. Не очень как-то вот с этими поисками мне что-то дается. Да. Поищем. О, 108. Клево. Только другая проблема. Они с лютоволками там бодаются. Они даже с кисами. С кисами бодаются, понимаешь? Это беда. Ну не, ну хотя, слушай, смотри, нормально, замудохал. Кисы, это дерьмового левела были. И что я хочу глянуть? Если что, анкилка бегает. 12 левел. Не очень. Ой, ты за мной летишь. Ну ладно, если что, я тебя запомнил. Сейчас еще пролетим. Но тут уже аргентавис прям чувствуется. Было сразу лететь. План Б, я в зиму полечу. Надо было план А в зиму лететь сразу же. О! О, списочек. Ну, здесь уже анкилки пошли. Зато список большой. Классно. Полетаем, побродим, посмотрим. Опаньки. А вот это уже интересное. Овис. Да ну нафиг. Вот это очень даже неплохо. Экс. Вторая баранина. Шкура, кожа. Сейчас главное, чтобы на меня кто-нибудь не напал. К примеру, справа. Ах ты ж аргентавец гнит, ты сраный, а? Уйди, это моя добыча. Недожирная. Пардон. Да хорош ты, ёшкин кот. Но я же слышал тебя. Что ты вот... Так, ну-ка иди сюда. Молодец. Так, какого ты там левла? Ух ты, 40-й. Ну, на тебе 40-й. Ого. Ого, Тергентавис, кстати, пригодится. Так, воу-воу-воу-воу-воу. Лак про лак. Вот это я понимаю. Оперло. Кстати, сюда же. Ну вот, уже лучше баранинка. Это прям топ-тема. Удивлен, что я нашел, но мне прям фартануло, я бы даже так сказал. Не, походу, тот 108-й. Единственный мой вариант и выход. Ну, погнали. Делать ловушку и томить. Кстати, раньше с обсидиана металл не добывался, а сейчас добывается. К чему я это? Не знаю. Но, к примеру, к тому, что я сейчас расчищаю территорию, чтобы можно было... Давай! Yeah! Чтобы можно было поставить ловушечку и уже добывать хитиночки. Кстати, хитинка. С них же она лучше добывается. Надо на скорпиона хитин лучше добывать. Хотя, мне так и так жемчуг нужно добывать. Куда деваться? Так, 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 так. Отличненько. Ловушечка по стандарту. Все просто замечательно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять. Почему птер может ходить назад? Собственно, вот из-за вот этого седла.
У него, кстати, броня большая и возможность быстрее летать, этот ходить назад и так далее. В общем, мелочь приятна, кстати. Так, вот это делаем на автоматическое открытие-закрытие. Это да, нормально. Здесь он не пролетит. Ну ёб твою ж за ногу. Вот. Приперлись же, а? Смертники-суицидники, а? Вот. Ничего же не отняли практически. Зато смертники-суицидники прибежали. Гады свою тут нараздавали мне. Так. Ну, я бы так сказал, не самое лучшее место для томления. А куда деваться? А вот это мы поставим автокласс англя. То есть только автоматическое закрытие. Так, здесь я могу и сюда пробежать, так что отлично. Ну, погнали за Аргентависом, где бы он не был, блинский. Здесь еще есть что? Этот бегает. Гига. Где-то под ногами у меня там. Я слышал бабах. Ага. Он... А, это Ютик. Это хуже. Блин, ну вот хорошую погоду я выбрал для поисков. Для поиска. Очень, блин, хорошую. О! Нашел? Нашел, 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 нашел. Братан, 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 братан. Так. А теперь за мной. Сейчас бы еще вспомнить, где у меня ловушка находится, но это уже другая проблема. И совсем чуть-чуть. Всем-всем откройте. Так, стоять! Ты в эти ворота не залазишь же после обновления. Я опять про это забыл. И так каждый раз про это забываю. А не залез? А какого фига тогда? Первый раз ты не залез? Или Торексы только были. А, ладно, фиг с ним. Смуту мне сеешь. Потому что я помню, что я делал большие ворота. И спать. Не убить бы главное тебя. Чё я убью? Не, повезло. Повезло. Фу, слава богу. Отлично, сейчас осталось только застроить ее и приручать. Ведь сейчас кто-нибудь сюда прибежит. Да. Ну, чуть-чуть застроился. Повезло, никого не было. И давай мясцо. Так, садерно захавал. О, классно. Даже захавала. Неплохо. Значит, три кормежки и будет счастье. Да уж, на полночь я здесь точно просижу по ходу дела. Немножко придется патрулировать территорию, чтобы никто не заспавнился. Ну так, на всякий случай. И повыше заделать. Да, вот это вот все я разломал, чтобы поставить здесь застройку. И пришлось чутка волокна полутать. Благо серп был, трава здесь есть, и все хорошо. Всех остальных ресурсов мне хватило. Ну, ждем. Ну, благодаря телефону мне летать никуда не пришлось. Достаточно посмотреть, кто здесь. И вон тот
скорпиончик, который где-то там далеко, которому нет дела даже до меня, находится там. И вот этот Аркендавис. Все, в округе больше никого нету. И это просто мне несказанно повезло. Это, скажем так, за ту всю боль, которая была с поиском Птера. Закинул сюда обычное сырое мясо, чтобы она не хавала у меня баранину дальше. Кстати, сделал вот эту вот штуку. Показывает, где ближайшая заметка. А также показывает, сколько заметок из скольки я нашел. Допустим, 4 из 237. 230, мать его, за ногу 7. Вот, показывают, насколько я выше. То есть мне нужно вот туда пройтись. На 14. Получается квадратов. Не знаю. Вот, и спуститься на 92. Ну, где-то, короче, вот там в низине посередине. Удобная, удобная, прикольная штука. То есть показывает красное либо зеленое. То есть и вот стрелочка показывает куда, что где. Можно... как и с GPS-ом смотреть. Так. Прикольно. Ну, по крайней мере, для прокачки динусов очень даже полезная штука. Ну, и что это мы тут не кушаем последнее мясцо? Блин. Я думал, сейчас уже захавает, и поэтому включился. Плюс 53 левла сверху. Тех 108. Кайф. Просто неимоверный кайф. Так, сразу же вырубаем. И экипируем ядрено быстрое, мать его, за ногу седло. Так, на в тебя по ханинку. Не, хуже стало. Что логично, я не знаю, с чего я подумал, что будет лучше. Так. И вот так месяца. Отлично. Теперь нужно валить до дома. Но перед этим нужно все это дело разобрать. Кстати, почему-то у меня пикап не работает. Возможно, это надо в каких-то настройках настраивать. То есть пикап работает только так, когда разрешает игра. Ну, то есть первые 30 секунд поднять. Ну, пофигу вообще как-то на это дело. Конечно, ресурсов я бы сэкономил не кисло. Самое главное, что вот демолиш работает, и это очень полезная. Полезная и быстрая штука, скажем так. Удобная штука. Решил проверить, как она работает, и вот. Классно, классно. Одну я случайно там на гору поднимался, обсидиан лутать, залутал без Аргентависа. И вот вторую решил проверить с ним. И нормально. Кач прет. Все просто супер. Удобная штука, особенно для прокачки динусов. Вот такие вот, народ, дела. Да. Ну, а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. И, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра, всем пока.